от халявной поездки. Ты откажешься? Да. А, ну. А знаешь почему? Почему? Мне легче его заплатить человеку, который будет жить. А у тебя что, много бабла? Где до? Легче. Ну, легче так легче. И тебе, Оль, тоже так же? Ну, если будет халявная поездка, ты поедешь? Если будет, то может даже пойду с вас. Вот так вот давно, и какой будет смысл? Не, ну как бы это уже мы сами будем решать. Если я договорюсь насчет автобуса, это уже как бы не Надежда Викторовна будет решать, а это уже мы. Куда решим, туда и поедем. Не знаю, может и будет. Не, Надежда Викторовна с Николаем Ивановичем уехали куда-то вдвоем. Они куда-то поехали там. Так, фильм, часть вторая. Первая у Саши, вторая у меня. Тюх. Так, вообще ладно.